Зима, друзья, оказалась холодная. Общий пример с Павлодара, друзья. У нас конкретный мороз под тридцаточку. Смотрим, на мне очередная ушанка. Идет искусственный кролик или эко. Как вам, друзья, удобно? И под замшу. Шикарный пепельный цвет будет освежать. Смотрим уши назад. Так, ну замша идет черного цвета, смотрим. Ну идут еще завязки. Он идет не на кнопках, а именно как стандартная ушанка на шнурочках, друзья. Первый ряд, 22 павильон, сделаем всех гибикс. Казахстан, город Павлодар, только лучше. Четкие ушанки на любой экстремальный мороз.